Война России против Украины негативно повлияла на мировые продажи российского оружия. Франция может занять место второго мирового экспортера военной продукции, оттеснив Россию. Первое место остается у США. Высокотехнологичное оружие в Российской Федерации невозможно производить без компонентов из других стран. Как война в Украине разрушила миф о могуществе российской армии? Далее в сюжете. В России стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2023». Организаторы обещают показать посетителям также и трофейную натовскую технику. Это далеко не первая выставка, посвященная гордости так называемым вооружениям Федерации. Впрочем, сейчас первенство в этой сфере Кремль уступил Франции. Канал «Франс-24» отмечает, военные действия России в Украине негативно повлияли на мировые продажи российского оружия. С 2018 по 2022 год доля Франции в глобальной торговле вооружениями выросла до 11%, с 7,1% в предыдущий четырехлетний период. Таковы данные Стокгольмского международного исследовательского института мира СИПРИ. За этот же период доля России в международной торговле оружием снизилась с 22 до 16% из публикации издания «Голос Америки». Вслед за российским ВПК изменилось место в глобальном рейтинге российской армии. По мнению министра обороны Литвы Ардвидаса Анушаушкаса, второе место сменилось по меньшей мере 10-м, а для стран Запада низкая боеспособность армии Российской Федерации стала настоящим шоком. Мы были действительно удивлены такой низкой боеспособностью разных родов войск и так далее. Да, Россия имеет большие вооруженные силы, да, они могут, как говорится, тысячами продвигаться где-то на Восточном фронте в Украине, но в принципе, если сравнивать с вооруженными силами НАТО и с их возможностями, это уже не вторая. Вторая армия мира уже теперь будет Украина, украинская армия. Но это уже, я не знаю, где-то там в конце десятки армии мира, если смотреть глобально. Производство новейшего российского вооружения в большей степени зависит от импортных компонентов. Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину, количество и качество изготавливаемой продукции существенно снизилось от санкционного давления ключевых союзников Украины – США, Великобритании и Европейского Союза. Поэтому в ход идут старые запасы. С крупнейшей в России базы законсервированной военной техники с начала полномасштабной войны была снята с хранения почти половина советской бронетехники. Так, с базы Вакжанова в Бурятии расконсервировали 40% имеющихся советских танков и боевых машин, сообщает издание The Moscow Times. В среднем мы можем говорить, что российская военная машина все более и более переходит именно на резервные варианты, то есть использование старой советской техники. Но нужно понимать следующее. Россия имеет замкнутый цикл производства и восстановления этой техники. До начала широкомасштабной агрессии Россия только на Урал-Вангонзаводе могла производить до 30 танков в месяц. После начала 20 танков. Военный потенциал Украины более современный, чем у России, но оружия нужно еще больше, считает президент Польши Анджей Дуда. Сегодня украинцы воюют против России, защищая свою независимость, суверенитет, свободу и собственную территорию. Они защищают себя сами. Мы посылаем им оружие. Почему? Потому что мы хотим поддержать их в защите их собственной территории. И под «мы» я имею в виду не только нас, поляков. Это мы, американцы, мы французы, мы англичане, мы немцы, мы весь демократический мир. Анджей Дуда, президент Польши в интервью The Washington Post. На сегодня Россия на фронте использует все оставшиеся резервы, уверены эксперты. А сейчас вводятся уже не просто резервы, а стратегические резервы, помимо которых, ну, попросту больше уже ничего нет. Только лишь нужно объявлять там мобилизацию. Россия исчерпывает возможности по удержанию обороны. Следовательно, в какой-то момент она обрушится. У Российской Федерации есть возможности производить боеприпасы, но затрачиваемые ресурсы конечны. Поэтому власти России всячески ищут поддержки среди стран-союзников, таких как Северная Корея и Иран. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.
Детальнее эту тему будем обсуждать с нашим гостем. Виктор Ягун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса службы безопасности Украины, экс-заместитель председателя СБУ, директор агентства реформирования сектора безопасности. Виктор Николаевич, здравствуйте, рада вам в эфире Freedom. Доброе утро. Доброе утро. Итак, еще раз напомним нашим зрителям, что накануне под Москвой в Кубинке 14 августа открылся международный, так его, по крайней мере, величают организаторы, военный форум военно-технический «Армия-2023». До 20 августа этот форум будет продолжаться. Как сообщали СМИ, в форуме принимали участие организации из 7 государств, и стенды также выставляли представители Ирана, Китайской Народной Республики и Индии. Вчера открылся этот форум. Виктор Николаевич, я уверен, вы ознакомливались с информацией с этого форума. У вас лично какие впечатления? Впечатлил ли вас робот, которому Шойгу предлагал прогуляться по форуму «Армия-2023»? И что бы вы оттуда купили, ну, будучи заинтересованной страной в покупке российского оружия? Ну, смотрите, Россия остается страной, которая производит вооружение очень ремонтно-пригодная и дешевая. Это тот уровень, на котором она сейчас остается. И, к сожалению, есть страны, в том числе, в первую очередь, те, которые не очень гонятся за качеством, а больше за дешевизной и быстротой, ну, возможностью восстановления там, да, или быстрого ремонта. Эти страны мы очень хорошо знаем. Это страны Азии, страны Латинской Америки, страны Африки, которые находятся под влиянием Российской Федерации. Поэтому на данном каком-то этапе Россия пока что еще имеет возможность куда-то что-то продавать. И другое дело, что сейчас реально у них очень большие проблемы с восполнением потерь, которые они получили в Украине. И насколько они могут кому-то еще что-то продавать, это, конечно, возникает очень большой вопрос. А так, технологические страны, на которые они всегда рассчитывали, это страны, где ну, ихнее преимущество вооружения всегда как бы ими даже не оспарялось, это Индия, это Иран, это Египет, это страны Африки, которые находятся в центральной части, там, где сейчас очень бурно проходят всякие захваты власти. Это страны Латинской Америки, где у них постоянные были контакты Венесуэла, Куба, Никарагуа. То есть эти страны остаются в их орбите. И насколько сейчас я понимаю, что единственное вот среди тех стран, которые назвали, очень большие проблемы с российским вооружением и с возможностью его будущем покупки, это вот три страны: Алжир, Египет и Индия. И эти страны понемножку выходят из их орбиты, и я надеюсь, что это как раз те страны, на которых они больше всего и зарабатывали. В первую очередь Индия. И поэтому я думаю, что украинская война не только показала то, что российская армия, ну точно не вторая в мире, а еще и показала, что вооружение российской армии, ну точно не первое в мире. Поэтому то, что происходит в Украине, оно ударило не только по имиджу России, как в стране, которая всегда говорила о том, ну, о своем величии, но и о качестве их вооружения. О качестве, думаю, с вами бы поспорили представители форума «Армия-2023». Вот напомню, был представлен неуправляемая авиационная ракета, новейшая, ее величают представители этого форума «НАР-С-8КЛ». Имеет кассетную боевую часть, заполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Представлено их было 24 единицы на форуме «Армия-2023». В пресс-службе
службе института, собственно, который разрабатывал эту ракету, заявили, что это новая разработка. Литера О у нее есть, она присвоена в конце 2022 года. О означает, что опытные образцы были изготовлены, испытаны, доработаны перед проведением приемочных испытаний. Есть ли возможность у российского ОПК напрямую, показав экземпляры на армии 2023, вследствие уже направлять все эти образцы и нары новые и многое другое непосредственно на поле боя? Ну, к сожалению, сейчас боевые действия, которые проходят на Украине, они действительно стали таким полигоном, что с нашей стороны, что со стороны России, где в прямом смысле пытаются использовать не только подготовку личного состава, который, ну, мы это наблюдали еще в 2014, 2015, 2016 годах, когда Россия пригоняла на территории Украины курсантов разных училищ и обучала их прямо на поле боя стрельбе по украинским позициям. Но и оружие испытывается. Они действительно во время боевых действий пытаются модернизировать те образцы, которые они используют, потому что понятное дело, что военные действия и непосредственное участие в боях дают огромную возможность скорректировать те или другие недочеты. Насколько может Россия активно это все внедрять в производство, ну, в этом уже вопрос. Потому что все-таки система, которая у них там отработана, она очень такая консервативная. И обойти все моменты очень быстро не получается. Кроме консервативности этой системы, надо еще понимать, что есть и такое. И это тоже, в первую очередь, влияет на внедрение тех или других качественных образцов вооружения. Очень много есть не только государственных предприятий, но и частных, которые пытаются выиграть те или другие тендеры. И, соответственно, входит в систему, кто больше заплатит и кто быстрее продвинет через того или другого своего влиятельного покровителя ту или другую систему вооружения. Смотрите, я недавно смотрел очень интересную передачу по системам вооружения, которая используется в российской армии еще в процессе модернизации еще с 40-х годов, после Второй мировой войны. И это касалось, в первую очередь, бронетехники, имеется в виду БТР. И реально Россия никак не может выскочить из системы еще бывшего Советского Союза. Почему? Потому что так проще. И они, модернизируя БТРы, там, доставляя меняя двигатели, там, доставляя какие-то модули сверху. Она вроде как бы выглядит по-новому, но фактически это та же самая техника, которая еще действительно была продумана и реализована в 60-70-х годах Советского Союза. Поэтому на примере вот такого очень простом видно, что внедрение новой техники и очень сложный процесс для России –